Здравствуйте, здравствуйте, с вами Дроздов 191, и мы снимаем последний ролик по прохождению флеш-игры Safari Time. Итак, как я уже говорил, в этом ролике будет всего 4 уровня, так как они последние. Нажимаем продолжить, выбираем 21 уровень и поехали. Ой, тут еще какой-то крокодил. Сталкиваем его, по всей видимости, в воду. Пускаем эту палку и проезжаем по нему, по этому крокодилу, уже подводному. Итак, 21 уровень пройден. Снова фирменная улыбка. Далее. 22 уровень. Здесь нам нужно... Здесь все просто. Просто нужно сделать всего лишь два действия, чтобы убрать вот это. И делаем как бы крышу, коробку для этой мины. И проезжаем спокойно. Проплываем также. Ну или проходим, как говорят моряки. Так, 22 уровень пройден. Нажимаем далее. Итак, опять кислотная эта туча, которую я не люблю до ужаса. Сейчас я предполагаю, мы ее пострелим с этой пушки. Именно так все и будет. Бум. И 23 уровень, можно сказать, пройден. Регистрируйтесь на orgame.ru. Очень прикольный, так сказать, сайт. Так. 24 уровень. Последний. Насколько мне память не изменяет. Один из самых сложных уровней. Убираем преграду. Это пускай сразу всплывает. Опять же убираем преграду. Переезжаем на третий ящик. Здесь сразу можно убрать эту преграду. И 24 уровень пройден, а то есть пройдена вся игра. Все. Ну вот и все закончился. О, что-то упало. Поздравляем, игра пройдена. С вами был Дроздов 191. Смотрите мои ролики, в скором будущем я буду записывать Улитка Боб. Смотрите, комментируйте. До скорой встречи.